Всем здрасте, с вами Неон Андрей. Да, всем привет. Это Чернобог должен быть. Знакомьтесь, это Чернобог. Красный, желтый. От Audi. На одном из... по-моему, на прошлом видосе у Неон, который выходил, я сказал, а давай скилл-тест на Чернобоге ради прикола. Я нашел. Я вообще-то пошутил, если что. Ой. А он такой сегодня, я нашел на Чернобоге два скилл-тестика. Ну то я красивый, а ты какой-то бледный. Я желтенький, красавчик. Дать нам не сюда, да, или сюда. Без понятия. Стой, 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 давай толкай меня, толкай, толкай, молодец. Господи, он разворачивался, он так долго. Он пинговой этот разворот. Опа. Знаешь, это тот самый момент, когда тебе тяжело будет меня скинуть. Да ладно, так прикольно. Тяжело? Я все равно умудрился, вот все равно. Ой. Умудрился. Я... Ой. Я, конечно, понимаю, что... Куда вниз пошел? Да я вниз пошел? Упал. А что на меня? Зачем на меня-то упал? Сейчас, подожди. Да ты не развернешься так. Смотри, как много звуков, пип-пип. Да не развернешься ты так. Без моей помощи, конечно. Он шлифует? С моей помощью с легкостью развернешься. Он шлифует, что? У него 8 колес. Да он тебя все затащит. Да, меня спихнул, сам заехал. О, нормально вообще. Я думал, не затащит. Вау! Ты чё? Я вообще чуть не прилетел. Я как бы думал, сейчас еле заеду, а он вот это решил, чуть не прилетел у меня. Ой, F1 точно. Так, обалдеть. Да, сегодня будет 2 SQLTS на Чернобоге, этот легкий. Потом будет сложно в 2 раза. Ой, налево. А прикинь, это будет сложно, а тот легкий. Не уверен, блин, я застрял. Ты не уверен. Я упал. Это все чувство. Да, Чернобог, а там еще на кольцах. Я на Е нажимаю, думаю, что не едет. Так, дирижабль. Так. Ты же сказал, что застрял. Опять я падал. Отстрел. А у меня, кстати, он не шлифует. Ну, значит, ты не мощный. А, у меня он едет вперед, я WS жму, он едет вперед у меня. Прикинь. Ага. Я сейчас не прикалываюсь. Так, я только проехал эту штуку. Где, между прочим, ты меня вытолкнул? Да. Проклятие, ладно. Где проклятые коробки? Тут нету. Чуть не надо упал. Проклятых коробок нам сегодня. Мы сегодня без проклятия, без проклятия. Ну, играем. Я не знаю. Проклятие лорда Андре только. Это, нет, тут кусты какие-то. Слушай, она более резвая, чем я думал. Я думал, она прям будет такая грустная. А она настолько резво поворачивает, когда уже повернула. То есть прямо ехать сложно, но повернуть налево, оказывается, она хорошо поворачивает. Я ее недооценивал. Я на полном серьезе. Поворачивает она спингом, но поворачивает нормально. Да. У нее как бы колеса все поворачиваются, как на этом. Бигфуде. Нет! Вау. Зря я это сделал. Назад. Да. Назад. Ну пи-пи-пи, что за это? Бомба заложена. Это звук? Бомбу на Б. Да. Bomb has been planted. Как там? Я не помню уже. Bomb has been planted. Bomb has been planted. Diffuse. Ой. Опа, хорошо. Террористы не видно. Да. Слушай, а как прямо ее держать? Это прям целая наука, я считаю, прямо держать его. Нет, нормально. Это нас. Мне казалось, на спуске на скорости я имею в виду. Медленно-то да. Не, на спуске это машина капец, конечно. Да. Вау, ну ты, конечно, я на спуске просто ни разу не поворачивал на ней, но не приходилось. Ой. А теперь даже нормально все. Ну ё-моё. У нас небольшая разминочка перед хардкором. А, да, кстати. Длиннее, чем весь скилл-тест машины. Ага. Знаешь, я встал и сразу 8 чекпоинтов взял. Опа. Сколько осталось? 6 чекпоинтов. Я 8 взял, кстати. Реально 8. Так. Так. А, нет. А сейвиться ты умеешь? Нет. Сейвиться она не умеет, если что. Если вдруг тебе интересно.
Так, ты внизу? Левитировать она не умеет. Левитировать она тоже не особо умеет. То есть тут надо сразу прямо вставать. Станешь криво, получишь хиро, фигу, да. Хиро, герой. Героя. Нет! Если бы я получил героя, дерево. Было бы неплохо. Особенно какой, с какой-нибудь DLC. Я думаю, меня дерево спасет, оно вот так пнет меня, и я, короче, улечу. А, тут недолго. Ты бы дерево сбило. Нет, чернобог тут настолько мощный, что даже статичные деревья сбивают. Тут деревья слишком мощные, их даже чернобог не возьмет. Ну на фулл даже, на фулл скорости. Жалко, тут ракетницы не тебя стрельнут в тебе. Ну да, конечно, спасибо. А, тут надо два человека, точно. Тут нельзя, ну, как на этом БТРе. Да. Один рулит, да. Другой... Ну хочешь, я буду вторым булит. Человеком, тогда в кого-то, конечно, будешь стрелять, если я буду вторым человеком. Опа, не знаю. Опа. Может, ты меня в кабину ракету направишь? Ну, привет. В свою же кабину, да. Так. Опа. Слушай, а это сложновато, чернобоги на этих тоненьких-то. Я тебе скажу. Просто едешь, тупо. Прям... Вот если волрайт на чернобоге какой-нибудь. Ну, кстати, волрайт я бы прошел. Но волрайт тут толстый, там хотя бы можно поволрайдить немножко. Так. А здесь прям немножко колеса свисают, и все, ты прям... Ты экстрасенс. Я только что, ты это говоришь, я упал. Из-за того, что у меня колеса вот. Свисли. Вот. И бывает так же, даже что ты даже финиш не можешь... Даже модератор, хотел сказать. Ты это... Ты даже финиш не можешь взять, даже такое бывает. Знаешь, из-за тебя тебя второй человек догоняет, обгоняет, такое тоже бывает. Посмотри, такое тоже случается иногда. А-а-а! Тяни! Он тянет. Я даже не вижу, где ты там. Я тебя отстаю на 3 минуты, если что. А-а-а. Блин, засмотрелся. Ух, тут будет спойн. Хотя толстая такая. Да что я. Че, зачем я. Я же знаю, что я не поверну на такой скорости. Все равно поворачиваю. А вдруг ты хочешь скилл прокачать, рано или поздно повернешь. Опа. Тихо. Так, тихо. Автобус, который сдох. В смысле автобус сдох? Сделай искусственное дыхание. Тут взорванный автобус стоит. Нет, автобус, это ты проклятие. Искусство проклятие автобуса уже не поможет. То проклятые коробки, проклятие автобуса. Проклятие обобуса, да? Обобуса, да, хотел сказать. Опа. Так. Я ровно, не ровно, но выше. Так, я понял. Я понял. Почти. Пролетело тут что-то в меня. А, так ты специально еще это делал? Обалдеть, дал ЭС тут. Блин. Так. Так, ты на каком чекпоинте-то вообще? На 12-м. На последнем? А, то есть я тебя умудрился еще как-то догнать? Да не почти. Падай на него, зачем? Он специально упал на тебя. Но меня никто не упал. Ты еще с первого раза ровно пролетел, как ты смог? Ну а что сложно? Смоук. Биг смоук. Да. Да. Так, а дальше? Подожди, а ты там немножко пострадал, да? Ага. Ладно. То есть я немножко выиграл себе время, чтобы... Ну, примерно минуту ты выиграл только что. Было 3,5, стало 2,5. Мне кажется, я сейчас немножко неправильно прошел, ну да ладно. Мне кажется, я сократил. Собака. Стало минуту скилл-теста. Ну, я наискосок проехал. Ты тоже наискосок проехал там? Я не помню, где там что. А там что-то надо было объезжать, я просто ехал. Я подумал наискосок. Ну, я попал в за текстурье какой-то. Там за текстурами... Вечными пьяными, да. А, это финиш, да? Вот. Ну ладно. А, ты все доехал. То есть шанса догнать все-таки такого не было. А, на А. На одном месте, как об. Смотри. И мне пофиг. И стоишь. И как так, подожди? На аж зажал. Видишь? Видишь, пофиг. А я тебе. Почему? Подожди, мне не пофиг. А как так вышку? Почему-то я тебя не мог сбить. Все, едем. Друзья, да, и стой, ставим возле финиша. Ну ладно. Ну и ладно, подумаешь. Это хочу тебя сбить, давай. А, ну сейчас сбиваешься ты. Ага.
Ага. Я понял, я вас понял. Упал такой грустный. Даже на финише мне умудрился сговнить немножко. Ладно, следующая карта. Опа, ой, ну ладно, продолжение Чернобожества. Ты чё синий? Я тоже синий. А ты почему не синий? А я, кстати, не мой цвет. Я светло-синий. А, у тебя же батя синий. Ты чё, офигел? Батя у меня, между прочим, это... Проклятые коробки. Батя у меня это, как называется-то? Батя у меня прокачанный синий. А здесь почему я синий, я так не понял. Поворачивай! Ты думаешь, да? Это что за мясо? Что за кран такой? Ну, если... Кран, автоподъемный кран, автоподъемный. Ну, пока просто едем. Главное нажимать вовремя кнопочки. И F1. Собака, я слышу. Давай, я тебя погоню побыстрее, чтобы ты побыстрее поехал. Давай, я тебе могу. Я тебе могу. Ай, мэн, ну как ты так упал? Ну как ты так смог упасть? Я тебя не трогал, Даш, кстати. Ой, блин, ты что, шутишь? Блин, тут это читерский этот кастом. Видишь, я стал красный. Так. Я к тебе поехал. На встречу. Я к тебе поехал. Я думал, тут Чернобог. Я к тебе поехал на встречу. Мне вообще пофиг. Дверь только закрыта. Да. Ладно. Тогда я поехал туда, куда нужно. Мне тут, кстати, больше нравится. Это что, трактор? Тракторы тоже неплохие. Блин, трактор. А, непрозрачный вроде. Да, прозрачный. Только ты не туда поехал, ну ладно. А, фиг. Да. Господи, как страшно. А, они прозрачные, кстати, спасибо, как можно было восстановить этот трактор ржавый? Как он вообще едет? Ладно. Ты шо? Я? Я упал. Я упал. А он не заезжает? Я упал. Он заезжает, меня заехал, я с пробела заехал, отлично вообще. Я с пробела вообще хорошо заехал, кстати. Я не знаю, что там у тебя за проблемы. У меня... Ого, нифига, он пробелы, звуки какие-нибудь. Ну, врун-дон-дон-дон-дон-дон, да, какие-нибудь такие? Давай. Получилось? Там получилось? Давай, давай, у тебя я получится. Я не понимаю, ну, куда тут контейнер и куда прыгать-то? Направо, 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 направо. Направо. Да подожди, да, я знаю, направо вообще. И чё? Ну, направо поворачивай, всё. Ну, это было на контейнер. Чего? На контейнер на... О, брали, я говорю, справа контейнер, я тебе говорил сразу. Так странный этот. Ну, ужас какой. Ну, ты издеваешься, трактор. Он упал у меня. Как? Я просто на баржу прыгаю. Или что это, не баржа, что это кран какой-то. И у меня назад скатился. Так не бывает. Это что? Я отрезался. Почему? Так. Так, 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 так. Так, 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 так. Ну я первый-то. Что, тебя... Ну ты первый, да. Потому что я не проехал. Блин, с другой стороны надо. А че он задом быстрее едет, чем передом? Да ладно. Он задом... А, ну сзади колеса-то большие, а спереди маленькие. Он вообще медленно едет передом. А задом, хочешь сказать, хорошо, да? Да, отлично прям. Разгоняется. Почему я первый, а не ты первый? А, ты проехал? Да потому что я не прошел, я думал тут надо, я решил там попробовать пройти. Я тут думаю, что ты, блин, это уже чекпоинт, вот тут, где ты, вот, это, был в чекпоинте, где мой чекпоинт настоящий. А я первый до сих пор. Да я пытался там пройти, но она, короче, не заезжает, там слишком жесткий угол, она не заезжает вообще. И чё, как тут проехать? Я потратил время. Куда, что ли? Ты взял чекпоинт, да, кстати? Да, я не знаю, куда ехать дальше. Так. Так, а у тебя тут что были за проблемы? Никаких, просто он не заезжал. Давай, быстрее, другую машину не хочу на этом тракторе. Так, так, ладно, я поехал. Слушай, а я тут прошел с первого раза, опять Чернобог. Честно. Проклятые коробки. Опять. А-а-а. Они еще ломаются, они еще проклятие.
Ну, хотя бы здесь чекпоинт был на том, спасибо. На, и горящая там какая-то подлодка, которая не касатка. Подлодка, которая не касатка? Да. А что, бывает подлодка касатка? Её касается всё? Я испугался, она прозрачная, я забыл, что она прозрачная. Воу, 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 воу. Где? Блин, не надо было выпендриваться, надо было сразу нормально ехать. А что за прикол? Что за баги? А-а-а. Невидимый элемент. Блин, тут, что у тебя за баги? Тут был этот чекпоинт, я даже не заметил этого. Во. Я только хотел отрезаться. А как туда заехать-то? Куда именно, ты скажи, я там уже был, возможно. Между. Меня багует все, я сейчас взорвусь. А, нет. Как страшно. Ты что ты взрываешься-то? Заезжай. А как, блин, каким образом? Скотинка. Я только беру чернобог. Я только взял чернобог, чтобы ты понял. Прямо он не едет, справа там дырки какие-то. Ничего не видно, нифига. Так, сейчас приедет батя разберется, да-да-да. Ай, приедет, конечно. Тут, кстати, коробки проклятые твои. Ну вот почему он застревает? Что за странные... Чего у тебя за проблема-то, скажи? У меня не, она давайте не проезжает. Поговорим о вашей проблеме. А? Она не заезжает. Она стоит какую-то дырку и падает, ой, и багует сразу. Видишь? Ну, держи, помог? Нет. Ладно. Справа она не едет, там не едет. Сейчас. Да-да-да-да-да, вот так вот, и все, вот так и надо было. Собака. Почему я мучаюсь? Сейчас я вернусь, возьму чекпоинт, так тебе вернусь. Я как понял, ты заехал-то туда? Больше. Ты меня спихнул, вообще-то. Ты что, не заметил, что ты меня подтолкнул и запихнул меня? Если что, я еще чекпоинт не взял. Нет! Нет! Я упал! Короче, господи, а что она врезается-то? Не, надо посередине с фулл скорости, максимально фулл скорость, которую можешь. Я проехал. Накаркал. Ну почти, ну вылези. Спасибо. Да, вот ты меня один раз запихнул, я тебя тоже решил запихнуть разочек. Чтобы было справедливо. Оно не прозрачно? А я там дальше упал, если что. А чё так, чё оно бьётся-то? Да уж, коллизия вот этой фигни. Ненавижу невидимые элементы. Это что? Всеми фибрами души своей ненавижу. Чё за... Чё за, блин? Чё, ты не упал там, надеюсь? Ты взял батя? Подожди, я вот, мучаюсь. Я так понял, здесь только один пройдет, да? Нет, я... Ну я тебя тоже допихнул, поэтому ты и прошел. Это не батя. То есть ты взял, да? Ну, все. А я тут застрял тогда. Так. Не, ну пробуй прям с разгона и прям поднять нос. А, у него с другой стороны. Вообще-то я тебя запихнул, если чё. Ну я почти, я бы без тебя проехал тоже. Да конечно! Слушай, как не ценит помощь-то чужую, да? Заезжай! И чё это? Так, давай, хоть заезжай, не вот тут надо было. В смысле? Ой, широк. Давай попробуем задом, хорошо. Он летает. Что происходит у меня с этим велосипедом, мотоциклом? Придется потом на ролики посмотреть. Что у тебя там за веселье такое началось? Ну-ка. У меня прыгает, летает собака. Давай. Ай! Нет, задом не идет. Задом еще хуже ситуация. Ты на велике бегаешь, да? Да не велосипед, ой, этот, мотоцикл здесь. Его нельзя назвать мотоцикл. Ну, если б я бы не упал, ты бы не прошел, так что, я думаю. Ну ладно. Так.
Так, попробуем. Да! И упал. Ладно, я взял чекпоинт. Вот ты взял чек, да? Так, это что такое? Это ломать можно? Ага. Нет, нельзя. Ломай все, что видишь. Если не сломается, значит нельзя, да. Это что такое? Это скилл-тест на чернобоге, а не на мотоцикле. Нет, похоже на черном мотоцикле. Черный мотоцикл. Просто на аватарке был чернобог, да, и все. И самолетик. А как здесь заехать-то? Что-то вообще надо сделать-то. А, с вертикалкой. Да, без вертикалки, у меня также будет 60 кпс. Я попал! Нифига себе. Тут круто. Что это было сейчас? Мне как будто кто-то пнул. Да уж. Опа. Какие у нас варианты есть? Блин, надо правее. Так, а может быть я туплю? Может не надо фулл скорость брать? Может надо вот отсюда просто взять скорость и все? Ну, может быть, кстати. Все может быть. Ну, чё ты не долетел? Не шутка. Да что ты подыхаешь? У меня мотоцикл почти запрыгнул туда, куда мне надо. GTA-шка, ты чё это? Я не понял. Резко какой-то огромный фриз был. Ты там что-то пукнул, что ли? Чего? Я где? Микрофону, что ли? Нет, это из-за GTA-шки что-то пролагало резко. Ну, фризануло. Только не говорите, что тут по тоненькому прутику ехать, я с ума сойду. Да, по забору. По леске там. Да, ты, а сырки. Я не вижу другого способа туда добраться. То есть тут какая-то вещь, а я не понимаю, как туда добраться. А, тут синий забор, типа читерский объект не рабочий. Ну давай, наконец-то, ёлки-палки, лес густой. Где вниз надо аккуратно? Там, где вниз будет аккуратно, такой, знаешь, переход снизу вверх, он такой, кажется, нормальный. Вот там я упал, сдох дважды. Блин, а ты дальше что? А дальше все, потому что дальше просто аккуратно, дальше там ничего нет, это страшно. Ай. Дальше подвохов я не видел. Ой. Ой, камушек. Камушки, помнишь камушки? Я не знаю, как дальше пройти. Прикинь, нам по тонику ехать, скорее всего. Я испугался. Так. Мне сейчас очень страшно, у меня руки трясутся. Да, по тоненькой лесочке надо ехать. Ты прикинь? На заднее колесо вставай и... Ага, конечно. Так, ну, кстати, она едет довольно неплохо или мне везет? Фух, я взял, что за диван? Что за диван и что за это за дела? Там дальше нет подвохов. Все, там дальше нет подвохов. Тут труба красивая. Я, кстати, никогда не ездил по этой трубе. Офигеть, не видно вообще трубу. Ее край сливается с трубой. Или он шире или не шире? Так. Так, диван. Это биван. Помнишь биван? Дима диван, да, помню. Дима биван. Не знаю, какой диван. Так, вау. Там дальше. А что мячик возле? Ты мяч не сбил, как ты мог? А, он шире, я думал, он такой, вот такой тонкий. Так. Труба тонкий. До прутиков еще не дошел там? Нет. Ох. Ой, как труба, она странно выглядит в разрезе. Я офигею, если найдешь другой способ это пройти, я офигею. Я просто офигею тогда. Так. Ай. О, чернобог, дальше снова чернобог дают. Чернобог. Да, а, блин, ненадолго. Да, чтобы просто переехать. А теперь четырехколесник, да. Просто чтобы переехать прутики. А тут надо. А, тут, короче, старый элемент такой, знаешь, времена динозавров. Когда динозавры жили 60 миллионов лет назад. Вот они еще придумали 6. Этот элемент. Ну ладно, и так сойдет. Так, тут и миллион лет уже прошел, как открыли динозавров. Ребят, я не виноват, он случайно взял с чекпоинта, да. И чё? Чекпоинт вверху, тут одни прутики. Ну по прутику я ехал. По тоненькому прутику.
Как тебя? Я хотел вот так взлететь вверх, короче. Был. Нормально. Это мотоцикл, вот сейчас тебе порадуешься, он хорошо едет. Батя, я кажется, съехал по прутику и сдох. Да. А ты прям вот сначала ехал или там просто? Да, с самого начала, да. А как это, если тут другие прутики мешают? Ну, я тихонечко пережал, я очень медленно ехал. Ну-ка, вот так можно? Можно, только осторожно. У меня отличная превьюшка на тоненьком прутике для стрима. С ним можно. Как там будет лось? Ой, лось. Не тот лось. Сам да, ты лось, что ты, да лось, как ее переехать-то? Она не едет. Он у меня сбивается из этих тонких прутьев. Она сбивается? Как ты ехал-то? На небольшой скорости. Я понимаю, если там просто был тонкий прут. Один. Прут. Но на небольшой скорости проезжаешь колесиками. Мне, кстати, этот элемент не показался сложным. То есть я как-то, он как-то легко прошелся мне. Ну блин. Очень хорошо. Да у меня колесо падает сразу. Когда ж ты что делаешь? Когда ты... Просто заезжай на него. А. Но ты выпрямиться. С самого начала нужно выпрямиться. Вот так WS. Ужас. Как это возможно? Я не понимаю. Как он едет? Как это? Как ты... Как это вообще возможно? Все, изи этот. Скилл тест на Чернобыле, я поставлю на превьюшку этот мотоцикл. Ладно, не это, я для стрима или для чего-то другого. Терьям. Ой, как хорошо. Нам, кстати, дальше вроде как. Ну ничего сложного. Прошел первый до первого чекпоинта, да? Да, еще теперь по красной. У меня красная сливается, я не вижу ее. Или вижу. Да, да, у меня то же самое было. Насыщенность 70%. Да. Как я раньше, я даже не знал, что можно менять насыщенность. Я думал только в этом. GeForce Experience. Настолько GTA насыщенность имеешь? Да. А я тоже не знал, теперь то знаю. Что это, чернобог по этим? Да? Видишь, не сложно же было прутики. Не сложно, 40 минут. Помнишь, как мы это пил-тест на Жиге проходили? И за 10 минут дошли до предпоследнего там какого-то чекпоинта. А, да, это а у потом меня, кстати, 40 с чем-то. Скоро. Нет, это мой. Это мой старый. Как это квадроцикл это сделал? Я даже пока с тобой разговаривал, только не заметил даже, как он это сделал. Просладил? Да. Как он это сделал? Блин, опять этот дирижабль, который не дирижабль, который подлодка. И у него на флаг. Дирижабль, вот. Флаг, он, кстати, не флаг какой-то, Польша или что-то. Ладно, не Польша. Морского флота России. Ну что, у тебя получается прыгать нормально? Блин, колеса застряли. Три ха-ха. Ой, не, вон, да, блин, что у меня не работает? А, и все? Да, и финиш. Наконец-то. Здравствуй. Здравствуй, монтаж на миллион лет. О, да. Я это промазал. Круто, мне понравилось. Мне понравился. Сделал тестик-то. О, да, а чё, чё-то не идёт. А, все пошел отлично, я что-то пугался. Фух, и сквозь этот проехал. Yeah. Всем спасибо за просмотр, с вами был не он, Андрей, это ужас какой. А что это Андрей ужас? Всем пока.